До начала праздничного концерта остаются 15 минут, а музыканты, подарки и поздравления радуют представительниц прекрасного пола уже в фойе театра «Наш дом». От лица депутата Государственной Думы Ирины Родниной и от себя лично химчанок поздравил член общественного совета «Химки. Интересно жить» Михаил Раев. Решите мне от всей души поздравить всех женщин Химкинского городского округа с этим прекрасным днем, Международным днем 8 марта, пожелать им, самое главное, крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба, любви. И самое главное, чтобы они всегда были любимы. В зале собрались педагоги и врачи, соцработники и менеджеры, молодые девушки, мамы и бабушки. В первых рядах самые почетные женщины химок, участницы Великой Отечественной войны. Всем благодарна, и много слов теплых сказано и мэру персонально, и заместителям. Всегда любой вопрос на встречу идут без всяких разговоров. В знак глубокого уважения и преклонения героиням войны глава Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов Александр Дринов вручили памятные подарки и цветы и поздравили всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Сказать вам всем большое спасибо, низкий вам поклон за все то, что вы делаете для нас, для нашего округа, за ту помощь, которую вы оказываете нам. Ведь многие из вас в сложное время оказывали помощь, были добровольцами, помогали, были рядом с нами. И видите, как показала практика, что мужчины без вас никак не могут обойтись. Как сказал один известный поэт, без женщины жить нельзя на свете. Нет. В них солнце мая, и в них любви рассвет. Это в полной мере отнести можно каждый из вас. И что 8 марта... как можно ярких улыбок было больше на лицах ваших детей, конечно, ваших мужей и, конечно, ваших внуков. С праздником, дорогие! Со сцены театра «Наш дом» в адрес женщин прозвучало много приятных слов от членов общественного совета «Химки. Интересно жить» и депутатов города, а затем химчанкам посвятили песни. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, спасибо большое за поздравления. Очень приятно оказаться сегодня на спектакле и принять поздравления Дмитрия Владимировича Волошина. Цветы, весна, хочется всех поздравить с этим праздником, пожелать улыбок, счастья, любви. По окончании официальной части виновницам торжественного события подарили спектакль «Двое на качелях».